Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что муж Заворотнюк, Петр Чернышов, после выписки из онкологической клиники, она пять месяцев там провела, пропал из ледовых шоу Татьяны Навки. Напомню, что он ее партнер, и она сама говорила, что без него ни одно ледовое шоу практически не обходится. Более того, он на износ работал все эти годы для того, чтобы, как писали, обеспечить самое лучшее дорогостоящее лечение для Заворотнюк. И то, что он сейчас пропал из ледовых шоу, фактически перестал быть задействованным в них. Ну, люди пишут, что может быть все-таки это начало конца, дай бог здоровья, Анастасии Заворотнюк, но что, может быть, ее выписали из онкологической клиники все-таки 4 года уже, да, и он проводит с ней все возможное время сейчас. Тогда, когда, скажем так оно может оказаться последним. Как предположение это, я не говорю, что это так, так люди пишут, но э, факт, что он пропал... Э сам по себе, мне кажется, говорит о многом. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка закреплена в комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Плюс мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на YouTube есть канал, он тоже называется Будда Гришна. Новости, он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.